независимой женщины. Во-первых, всем привет! Сегодня у нас... Я запуталась в числах, я уже не знаю, какой месяц, ладно, месяц знаю, сегодня 13 февраля. И сегодня утром я еще сидела в Праге и занималась математикой. Я сильная, независимая, ответственная женщина, запомните это. А сейчас у нас 20:48, и я уже в другой стране под названием Польша. И я во Вроцлаве, потому что мы едем обратно в Москву на недельку, несколько недель, потому что кому-то нужно забрать свою студенческую визу. И я уезжала с грустью, потому что, ну как можно? У меня есть два состояния души. Я грущу, когда уезжаю из Москвы, и я грущу, когда изучаю. Мама, как это слово? Уезжаю из Праги. Да, вот. Так что да. Но сейчас мы в Вроцлаве. В прошлый раз мы останавливались не в плохом отеле, просто он был слишком холодный. Сейчас я нашла прекрасный отель, который называется Puro, сюда вам напишу. Он теплый, хороший и с технологией умный дом, то есть здесь все ты можешь включать по планшету. И я считаю, что это так прекрасно и гениально, что ну просто, ребята, технологии 21 века. Вроцлав, 21 век. Вы понимаете, Вроцлав это город, где магазины похожи на магазины из 90-х, а здесь, блин, в отеле технологии, блин, умного дома. Мама подгоняет винишко. Прекрасно. Ну и, в принципе, номер здесь классный. Мы заказали еду себе в номер, потому что мы очень устали, и я сегодня утром еще занималась. Здесь еда, и здесь, видите, какие мраморные столики, телевизор. Я смотрю кролика Питера на польском языке. Кровать, великолепные подушки и технологии умный дом. Здесь абсолютно все. И даже к Wi-Fi вы можете подключиться через этот zip-код. Поверьте мне, это гениально, особенно во Вроцлаве это видеть. Единственный минус этого номера — вкусная еда, вино, все хорошо. Единственный минус этого номера — это вот этот вот прозрачный душ, который не очень классный, и вообще... Ну а так, все замечательно, на самом деле. Так что все, я пошла кушать, есть, ужинать, пить вино, и потом что мы будем делать? Завтра мы с вами увидимся и пойдем гулять. Номер офигенный, Вроцлав офигенный, серьезно, теперь мне все нравится. Парковки обалденные, так что выпьем за хороший вечер во Вроцлаве и увидимся с вами уже завтра утром. До завтра. Всем доброго утра, сегодня у нас 14 февраля, и это 14 февраля мы празднуем с мамой во Вроцлаве. Окей. Как всегда, праздник влюблённых я праздную с мамой. Здравствуйте. Если без шуток, мы во Вроцлаве. Сегодня здесь 7 градусов. Mm-hmm. Месяц назад тоже было столько же, но, как ты знаете, тут ощущается 7, как у нас в Праге минус, блин, не знаю, минус 20. Ну, не, конечно, не минус 20. Но в Европе, в принципе, погода такая, что здесь она ощущается намного холоднее, чем в России. То есть, если у нас в Москве плюс 7, значит, у нас тепло. Если здесь плюс 7, это ничего не значит. То есть, как бы как ноль в Москве, да, мама мне помогает. В общем, мы идем гулять по Вроцлаву. Трамваи, просто мой любимый вид транспорта, это трамвай, любимый. В общем, да, забрала себе чай. Что, да, Вроцлав очень красивый. Забрала себе чай из отеля, и все, идем гулять. Люди очень странно реагируют на камеру, очень. I've been thinking too much, and I haven't been sleeping, 'cause the nights have been rough. I've been telling myself that it's only love. Will I start to believe it if I say it enough? В общем, мы зашли в нашу любимую же аптеку во Вроцлаве, которую мы очень сильно обожаем и любим, потому что здесь есть абсолютно все. Это Росман по-польски. А по-моему, тут Росман тоже есть, кстати, но это типа Росман, но не Росман. В общем, то, что я вам показывала до этого, это здесь, короче, есть отделение с моими обожаемыми палетками в виде шоколада. Это не Too Faced. И вообще, Too Faced мне не так сильно нравится, как вот этот, как-то там My Love Makeup, что-то такое называется. Вот, и я себе взяла офигенный хайлайтер с юникорном и палетку новую, потому что даже у Too Faced, который стоит дороже,
У них не такие хорошие тени на фоне туалетной бумаги снимать. У них не такие хорошие тени, как у вот этих вот. И в Праге у нас не такой большой и классный выбор. Здесь прикольно. Так что да. Еще намазюкалась хайлайтером и пытаюсь понять, сияю ли я после этого или нет. Видимо, не очень. Просто скажите, кто еще может ходить в аптеке и снимать видео, и снимать себя. Мне кажется, для Вроцлава это слишком странно. Мне так кажется. Таблеточки. Помните, раньше в моем личном детстве, говорю, как будто мне уже лет 40, но... Бабулечка. Но в моем детстве в Москве вот такие вот штуки продавались, их уже сейчас нигде не продают. Ну, во Вроцлаве я нашла. Это самый вкусный Milky Way. Прям детство. Мы идем, видимо, по центральной улице Вроцлава. Гуляем. Накупили лекарств. Счастливы и рады. Идем гулять. В общем, мы с мамой идем на остров. Я не знаю, тут дует ветер, я не знаю, сколько вы меня слышите. Мы с мамой идем на остров. И мы нашли самого милого краснолюдку. Я сейчас вам покажу, вы просто удивитесь. Еще люди здесь очень любопытные. Если ты в Чехии идешь и только в нос своим телефоном не даешь, и они спокойные, то здесь тебе заглянут в камеру, в глаза и на тебя. Но во Вроцлаве очень много милых мест. Мы идем по такой улице и переходим к краснолюдкам. Вот такого я вам точно не показывала. Здесь большой фоткает маленького. Потом такой вот. Очень милый. И следующий самый милый. Это просто я и моя собака. And I'm serious. Посмотрите. So sweet. Просто лучший. Все. Это я папе тут все отправляю. Лучшая реакция. Такую вот красоту. Посмотрите, как выглядит Вроцлавский университет. Это при нем церковь еще. Очень красивый. Я так понимаю, это главное его здание. А еще где-то там стоит гномик. Да, вот там вдалеке вы не увидите, который изображает профессора. Вот, это все очень-очень мило. Красота. Здесь тепло. 7 градусов. Это нормально, хорошо. Но так как во Вроцлаве всегда ветрено, у меня в обуви камень. Офигенно, обожаю этот стиль. Сейчас буду расчехляться, ребята. Мы сейчас... Просто я уже по традиции второй раз с вами снимаю на этом месте и поняла, что я не могу снять еще раз. Сажусь на скамейку и снимаю себя ботинок, а тут не мокро. Нет. Окей, нормально. Все, расчехляемся, ребята. Расчехляемся. Одной рукой неудобно. Любуемся на эту красоту. Тут фриков так. Не знаю, насколько вы услышали, как красиво играет девушка, потому что тут делают до сих пор ремонт, и ужасный звук идет. Просто зачем? Ну, я очень надеюсь, что вы услышали. Родители. Самый вкусный польский суп. Маман. Приятного аппетита.